Вообще, когда мне хотелось создать путеводитель о тотеме, мне хотелось создать книжку, не просто путеводитель, а именно книжку, которую можно было бы читать неподготовленному читателю, не обязательно историку, не обязательно краеведу, а вот человеку, который просто хочет познакомиться с нашим городом. Поэтому здесь все изложено предельно понятно, доступно и языком, на котором, в общем-то, говорили в том числе и представители современного мне поколения, поколения молодежи. И поэтому здесь вот непосредственно присутствуют такие разделы буквально для понимания, зачем ехать в Тотьму, буквально все по полочкам разложено. По 10 пунктов, почему стоит ехать, когда ехать. Отдельным разделом энциклопедия тотемской идентичности, Тотьма от А до Я. То есть здесь можно ознакомиться с, так скажем, небольшим списком наших фишечек, наших особенностей, которые характерны для нашего города. Ну и основа путеводителя, это, конечно же, экскурсия по городу, иллюстрирована с фотографиями, с адресами. Вот такое вот полезное издание, я считаю, что оно вышло своевременно, потому что интерес туристов к Тотьме, он, конечно, растет. Самое главное то, что действительно текст живой, он хорошо читается, он понятен, и меня это больше всего порадовало, потому что именно на это я и рассчитывал. А так, конечно, в целом, я думаю, что и Тотьмичу иметь это такое издание будет полезно, просто потому что здесь содержится множество исторических фактов о нашем городе, которые, в общем-то, не всем известны хорошо. Ну и я думаю, что все-таки основная аудитория — это туристы, которые хотят приехать в Тотьму, что-то о городе слышали, вот для того, чтобы, так скажем, было более цельное представление, эта книжка и существует. Путеводитель Вологодской области, он включает в себя маршруты по Вологодской области: северный маршрут, северо-восточный, северо-западный, западный, южный, юго-западный. Здесь охвачены практически все города Вологодской области и поселки, ну, за исключением северных районов. А так пришлось объехать всю Вологодскую область, чтобы этот путеводитель составить.